Ежемесячное заседание комиссии по регулированию налоговой задолженности прошло в администрации муниципалитета. В этот раз на разъяснительную беседу пригласили 23 физических и юридических лица. Общая сумма неуплаченных налогов свыше 150 миллионов рублей. 5 физических лиц, являющихся плательщиком земельного налога в городском округе Звенигород. Общая сумма задолженности порядка 16 миллионов рублей. К сожалению, данные налогоплательщики не явились на комиссию. Как отметила председатель Совета депутатов Одинцовского городского округа Татьяна Одинцова, главная задача комиссии – диалог с неплательщиками, чтобы налоговая задолженность была погашена в досудебном порядке. Уже по состоянию на 30 число инспекция направлена мировым судьям 4000 судебных заявлений на выдачу судебных приказов. То есть на сумму задолженности порядка 400 миллионов рублей. Поэтому все должники, которые сегодня не явились, будут отработаны. Инспекции будут получены судебные приказы и направлены на исполнение служб судебных приставов. Явка неплательщиков на заседание комиссии в этот раз невысокая. Обсудить варианты погашения задолженности пришли всего трое из 23 приглашенных. Остальным грозит арест имущества, и это не самый худший исход. Физические лица, конечно, рискуют, в том числе, да, и уголовная ответственность за это предусмотрена, да, и иные меры воздействия, да, то есть служба судебных приставов также направляется материал, да, для ареста имущества и потом принудительное взыскание. Плюс налоговые органы, да, то же самое с поддержкой органов прокуратуры, да, заявление на судебный приказ выдает, да, направляет суд, и суд уже вносит судебный приказ, который впоследствии уже взыскивает с счета налогоплательщика денежные средства. Как отметили на заседании комиссии, работа по взысканию налоговой задолженности будет продолжена. Следующее заседание пройдет уже в конце июня. Роман Попов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».